В сети опубликованы фото нового седана Volkswagen Polo. Место съемки не уточняется, но дополнительно известно, что где-то в России. Не исключается, что в Калуге уже приступили к выпуску автомобилей нового образца. Обновление для седана – мера вынужденная. Ведь нужно же чем-то развлекать народ в условиях кризиса. И современная модель вышла на рынок в 2010 году и не получила с тех пор серьезных изменений. Передняя часть бюджетника Volkswagen получила новую решетку радиатора, как на обновленном седане Jetta. В результате обновления Polo сменит и капот, так как вырез под круглящей эмблемы Volkswagen, как у нынешнего варианта, не нужен. Внимание на себя обращают новые противотуманные фары, которые по форме стали напоминать те, которые устанавливались на хэтчбэк Polo. Задняя часть не потерпела практически никаких изменений, если не считать хромированной полоски, которая переместилась с нижней части багажника в область чуть выше номерного знака и бампера, получившего вырез под выхлопную трубу. В подкапотном пространстве Volkswagen Polo вряд ли произойдут изменения. В настоящее время купить Polo в России можно с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 85 и 105 лошадиных сил. Thank you.